Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я разбираю вступление песни Вячеслава Бутусова «Песня идущего домой». В предыдущем видео я показал, как играется первая часть этого вступления. Сейчас я ее повторю, как я ее разобрал в прошлом видео. И дальше идет самая узнаваемая его часть, это вторая половина вступления. Итак, она играется с первой струны. Я советую здесь зажимать барре. Значит, первую струну мы зажимаем на третьем ладу указательным пальцем и сразу зажимаем вместе с этой первой струной на третьем ладу вторую, третью. То есть на третьем ладу мы зажимаем три струны. Такое барре. Неполное. Вот, три струны зажали, и мы играем первую струну сначала на третьем, потом третьим пальцем поджимаем еще четвертую на пятом. Здесь продолжаем держать. Поджимаем четвертую на пятом, играем ее. Потом можно ее цепить. И после этого мы играем третью, которая на третьем в барре, и вторую. Еще разок. Можете не отпускать, если получится, чтобы она звучала, чтобы был фон. Чтобы они одновременно звучали, так будет красивее. Первая, четвертая, вторая. Точнее, первая, четвертая, третья, вторая. Дальше. Дальше у нас такой переходик. Мизинцем первая на шестом. Потом третьим пальцем безымянным первая на пятом. Потом первая на третьем. И вторая на шестом. Еще звук. Первая на шестом. Первая на пятом, первая на третьем, вторая на шестом. И вот что у нас получилось. И еще раз повторяем то же самое. То есть два раза одно и то же. Первая, четвертая, третья, вторая. Первая на шестом, на пятом, на третьем. Вторая на шестом. Первая на третьем, четвертая, третья, вторая. Первая на шестом, на пятом, на третьем. Вторая на шестом. Еще разок сыграем медленно. То есть мы играем два раза одно и то же. И дальше у нас идет вторая часть этой половинки. Мы зажимаем здесь первую на пятом указательным пальцем, вторую на шестом, третью на седьмом. Три струны. Вот такой вот реминорчик у нас будет. И здесь мы играем сначала первую на пятом, потом четвертая открытая, потом третья на седьмом, вторая на шестом. Потом мизинцем первая на восьмом, первая на шестом, первая на пятом. И вторая на восьмом. Вот что получается.
Еще. И второй раз повторяем то же самое. Первое на пятом. Четвертое открытое. Еще разок. Первое на пятом. Четвертое, третье, второе. В аккорде. Первое на восьмом. На шестом, на пятом. И вторая на восьмом. Потом опять первое на пятом. Четвертое, третье, второе. Первое на восьмом. На шестом. На пятом. И дальше вторая на шестом. То есть здесь получается мы сыграли тоже два раза одно и то же, но за первым разом мы сыграли вот так. За вторым. То есть за первым разом мы сыграли в конце вторая на восьмом, а когда мы играем за вторым разом, вторая будет не на восьмом, а на шестом. Еще разок повторю эту половинку. Еще раз. Первая на пятом, четвертая открытая, третья на седьмом, вторая на шестом. Первое на восьмом, на шестом, на пятом и вторая на восьмом. Идем дальше. Опять первое на пятом, четвертое открытое, третье на седьмом, вторая на шестом, первое на пятом, первое на восьмом, на шестом, на пятом и вторая на шестом. Еще разок сыграем медленно. Обе части вот эти. Вторая на восьмом. Вторая на шестом. И что у нас получается? Мы играем два раза, значит, вот эту фразу. Дальше два раза вот эту. И потом опять играем первую. Мы абсолютно одинаково играем, точно так же, как и в начале. И потом, за четвертым разом, ну, это будет четвертая часть во второй половине вступления, мы играем опять первая на пятом, вторая на шестом, третья на седьмом. Играем вместе с четвертой одновременно. Первую, вторую, третью, четвертую струны. Щипок. Два раза подряд. Ну и теперь сыграю все вместе. У меня получилось во второй половине вступления четыре части. Первая часть. Вторая. Третья такая же, как первая. И четвертая, вот этот аккордик. Здесь первая на пятом, вторая на шестом, третья на седьмом, вместе с четвертой открытой. Два раза щипок. Ну вот и все вступление. Можно его еще разок все сыграть полностью. Что получается.
В следующем видео я обязательно покажу, на каких аккордах играть эту песню, как аккомпанировать, ну и как это поется вместе со вступлением. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Главное, тренируйтесь, и у вас всегда все получится.